Меня зовут Вадим, я член инициативной группы защитников парка 411 батарей. Вот она. У меня фамилия Луговцов. Я ничего не скрываю, мне ничего скрывать нечего. Сегодняшняя акция — это мирный флешмоб. Это ответ на абсурд, который происходит вокруг собачьего лагеря, построенного, который строится в рамках общественного бюджета. Люди выступают против его строительства. Для этого достаточно обоснования, и говорить, честно говоря, долго не хочется, уже попросту надоело. Депутат, который лоббирует этот проект, попросту вытирает ноги от мнения жителей Киевского района. Все, что мы можем сделать, ну, понятно, что вы стоите, мерзнете здесь на холоде под дождем. Мы решили угостить вас кофе, конфетами. Я понимаю, что вы все ждете бульдозер, собственно, для этого пришли сюда, стоите в грязи. Ну, сейчас вам будет бульдозер. Сейчас вам будет бульдозер, вот. Бульдозер, сейчас будем сносить за сбор. Поехали, ребят. Поехали. Серег. Кто обещал ложиться под бульдозером? Где она? Есть шанс, Ну а как нам еще реагировать? Все на самом деле просто, потому что многие из одесситов выросли в этом парке, допустим, как... Мы здесь живем. Это нам говорят, что это не парк, а это некая улица, на которой можно строить, что здесь никто ничего не нарушает, хотя мы уже несколько дней, наши коллеги заказывают в той же сети Facebook госпожи Ясинович о том, что все-таки здесь есть многочисленные нарушения, но нам говорят, что мы не специалисты, не разбираемся, все окей, все в порядке. Ну вот наше мнение такое, и мы хотели бы, наверное, подчеркнуть, что пока мы, как нормальные одесситы, относимся еще к этой ситуации с чувством юмора. Не стоит, наверное, доводить дело до категорического противостояния, когда могут произойти уже непоправимые вещи. Дело в том, надеемся, что власти так услышат. Да, дело в том, что мы контролируем полностью ситуацию, скажем так, поручиться за ребят из нас корпуса, которые могут приехать еще раз снести этот забор, но мы не можем. Мы просто не можем, да. Вполне возможно, сейчас модно с помощью экскаватора, особенно ночью, сносить деревья, заборы, захватывать территории. Вполне может случиться так, что я не призываю. Я предупреждаю, что может появиться настоящий бульдозер. Это стоит всего лишь 7 тысяч гривен, который может нести все, что угодно за деньги, включая памятник архитектуры. Поэтому, пожалуйста, остановитесь. Это призыв к авторам проекта. Депутатам, которые лоббируют этот проект. Ну и, как бы, наверное, ко всей городской власти, что, наверное, такой шел уже предел. Мы не хотим потерять ни этот парк, как потеряли другие. На сегодняшний день это фактически мой единственный еще не тронутый как-то парк. Относительно каком-то состоянии, где мы еще можем насладиться вот живой природой, уникальной дубовой рощи, которая единственная в Одессе, наверное, активной защитной группы, защитники 411 батареи. Собственно, у нас есть еще пару листовок мирного содержания. Если сотрудники полиции не будут против того, если мы зайдем на территорию, которая является собственностью громады, мы хотели бы приклеить их на этот забор, если никто не возражает. Это и будет, по сути. Кроме того, ну, не будет лишним добавить, что еще есть храм Георгия Победоносца. Отец-настоятель подписал наше обращение против застройки, против реализации этого проекта. Также подписывает активно прихожане, уже порядка 800 подписей на сегодняшний день собрано. У нас написано на сегодняшний день письма на имя Геннадия Леонидовича Труханова с объяснением причин, действительно причин. Санитарная зона, здесь сделать ничего нельзя. У нас собственная идея была, я имею в виду защитников парка, инициативных людей района, сделать здесь общественное пространство, сделать бесплатную, в отличие от той вот на площади батареи, бесплатную детскую площадку, сделать озеленение доступное. Цветы посадить, кусты посадить, скамейки сделать, сделать площадки для баскетбола, для волейбола. Ну, видите,
то, что здесь происходит, это похоже на детский каприз. Вот я так решила, значит, так будет. Когда детям что-то не дают, они обычно заводятся в истерике, падают на пол, стучат по полу кулаками и добиваются всеми возможными средствами. Как видите, ресурс не на нашей стороне. Я имею в виду администрацию, полицию и так далее. Мы вот чем располагаем, вот бенгальские огни принесли это. Я у крестника своего бульдозера должен. У меня еще один есть. Ну вот, собственно, и все. Мы мирные люди. Мы против конфликта. Здесь все, что угодно может быть. Увидьте, что происходит в целом по городу. Город какую-то одну сплошную горячую точку напоминает. У нас скоро не будет ни пляжей доступных, ни парков. Будут одни заборы и высотные дома бетонные. Дышать будет нечем. На сегодняшний день это самый крупный парк Киевского района с населением 300 тысяч человек. Здесь гуляют и Савиньоновский, и Черноморка, и Котор, и все прочие. Ну вот, можем зайти, если не лень. Вот. Троллинг. Ну а что делать? Надо как-то на себя внимание обратить. Ну, была эта встреча во вторник. Я на нее не ходил, потому что, пообщавшись лично с госпожой Ясиновичем, я понял, что договориться о чем-то невозможно. Я ничего не хочу озвучить, потому что, во-первых, ну, я не сторонник радикальных методов. Я пытаюсь договориться, когда есть с кем договариваться, есть о чем договариваться. Меня зовут Владимир Луговцов, я член инициативной группы защитника парка 411 батареи. Мы на протяжении 3 лет уже занимаемся своими силами, благоустройством парка, убираем здесь мусор. При помощи депутата горсовета Оксаны Гончаров успешно закрыли въезд. Это все на самом деле, потому что тогда это уже выйдет за рамки каких-либо допустимых норм. Поэтому мы очень надеемся на то, что все-таки и городская власть, и правоохранительные органы увидят эту ситуацию, вникнут в нее, несмотря на то, что они пытаются как бы не замечать это. И этот проект не будет здесь реализован, потому что мы неоднократно говорили, что мы не против самого проекта, мы против реализации его непосредственно вот в парковой зоне 411 батареи. А почему кроме того, что мы, естественно, боимся, что этот участок будет потом в частные руки, и здесь может появиться все, что угодно, это противоречит действующему законодательству, но и абсолютно человеческой логике. Ограждать парк какими-то строениями и заборами, ну, это абсолютно противоречит закону, это противоречит нам с вами, удобству хождения, посещения парка, ну и плюс здесь находится уникальная дубовая роща, которая привлекает людей для того, чтобы прогуляться здесь, когда особенно здесь зелено, весна или лето, и здесь очень приятно ходить, несмотря на то, что рядом хоть и находится быход. Ну и третий момент, это то, что в станции очистки воды Южная, да, это санитарная зона, здесь вообще невозможно какие-либо подобные сооружения для проведения там групповых соревнований спортивных, как они позиционируют, лечение детей и подобных вещей. Поэтому это, ну, к сожалению, это как бы не хотелось и госпожи Ясинович, и ее коллегам здесь поставить этот Духтаун, этот проект реализовать, он здесь невозможен. Ну и кроме того, мы, как жители, которые здесь и так периодически конфликтуют с владельцами собак, которые выгуливают их в парковой зоне, ну, мы бы не хотели видеть здесь именно собачник, то есть парк, который будет предназначен для собак. Парк предназначен в первую очередь для детей, для защиты, и он должен остаться парком для последующих поколений в том виде, в котором он на сегодняшний день есть. Ну, единственное, что, наверное, может быть, больше бы деревьев хотелось, поэтому весной мы будем... Александр Ярошенко, я старший инспектор отдела внутренней коммуникации Головного управления полиции Одесской области. Щодо ситуації, що відбувається зараз, через соцмережі до нас надійшла інформація щодо проведення масового заходу на меморіалі 411 батареї з використанням, як розповсюджувалася інформація в соцмережах, ми бачили бульдозерів і таке інше. Тому поліція реагувала на наявну інформацію та прибула для заточення публічної безпеки і порядку. Як ми бачимо зараз, намір був жахливого характеру, тому ситуація контролюється. А скільки місця вихователь? На місці підлоги спонтивної комунікації зрухового складу я для деколації у разі виникнення конфліктної ситуації та інші конфліктної поліції. Кількість я не знаю. Ну, як вам взагалі такі можливості в цьому? Важливо характеру, так? Важливо характеру те, що поліція, перше питання, що це безпечно, 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 що
Порушение публичных порядков на зло, ну, я, может, только на сад, правда,